Отлично. Доброе утро, Полтава. Доброе утро, Полтава. Мы сегодня наконец-то собрались после недельного, да, у нас? Неделя перерыва. Угу. Насыщенная неделя. Да, насыщенная неделя у нас перерыва. А теперь будем собираться опять же каждый день мы с нашими гостями. Саша, расскажи, сегодня понедельник, день тяжелый. Как прошли выходные? Я вам скажу честно, выходные прошли у меня обалденно. Суббота я отдельно расскажу. Вчера мы ездили в Харьков. С кем? Эксперт Лиза была приглашена, парк Фельдмана. Угу. И возле железнодорожного вокзала музей железной дороги. Угу. С паровозами, со всей этой, всеми этими. И что она там экспектировала? Это мои друзья пригласили. Лиза ездила бесплатно, говорю сразу. Мы за себя заплатили обязательно с Леночкой. Ну, попросили особо не афишировать, кто и что это сделал. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что какие мы получили эмоции. Эмоции ошеломляющие. Может быть, потому что я давно не ездил куда-то. Может быть, я не знаю почему, но, во-первых, музей железной дороги. Обалденные экскурсоводы. Все натуральное. Куча паровозов, куча тепловозов. Экскурсоводы рассказывают историю железной дороги. Все это старинное. Первые рельсы вот эти. Все, ты советуешь? Лиза советует, а я-то что? Но я вам скажу честно. Рядом с музеем кафешка, где заказ, тебе привозят эти маленькие паровозики. Я буду делать репортаж, вы увидите. Представляешь, сидишь ты за столиком, пошел, сделал заказ, сидишь за столиком и мороженое там, чих-чих-чих-чих, паровозик, вагончики, в вагончике, чих-чих-чих, прямо тебе на столик раз подъезжает, ты берешь, раз уезжает. Да-да-да, мне интересно посмотреть на вообще это, как это оно? Интересно. Ну, такая фишка в кафе. Найти можно в этом кафе плохое однозначно, но мы его не искали. Не стоит там искать. Было все отлично и такое. Теперь парк Фельдмана. Это грандиозно. Это тигры, это львы, это... Животинка в клетках. Но настолько все ухоженное, Света, все животные видно, что они, во-первых, явно питаются хорошо, и шкура блестит, глаза блестят. То есть они все в здоровом таком состоянии, что... То есть не замученные. Не замученные. Настолько обалденно. Я же говорю, я смотрел, Лиза смотрела, получала по-своему удовольствие. Но когда я увидел, знаешь, когда в Полтаву приезжают эти переездные вот эти зоопарки, они там замучены. Да, жестоко. Очень сильно. Там же я этого не увидел. Ну, представь себе, если пантера с черная блестящая мех. Ты видел прям... пантеру? Первый раз в жизни? Да. В жизни видел первый раз. По телевизору много раз, но тут вообще. А в мультиках сколько, да? Лев, рык, льва на весь зоопарк. Он лежал там вдали и лежит, потом. Как рыкнет, так и жух. Царь зверей показал это. Народа было очень много, тут вопросов нету. Рассказывай за субботу. Суббота. К нам приезжала Оля Фреймут. Четверг, да, пролихорадила. Ольга Фреймут, очень своеобразная женщина. Сразу после нее в пятницу я делал репортаж на центральном рынке. Торговцы просто смеялись. Ну, просто с нее смеялись. То есть, хорошая, ну, она пришла искать плохое. Вот у нее бизнес построен на плохом. Если вот наше, да, доброе утро, мы всегда стараемся на хихихаха, на позитивчик перевести. Фреймут искала только плохое. Но это все чепуха по сравнению с тем, что происходило в субботу. В субботу я был на мероприятии возле театра Гоголя. Площадь театральная, моя любимая тема. Опять остановили? Да. Вот смотрите, кто идет. Вика, идите к нам, пожелайте полтавчанам доброго утра. Хотя бы просто доброго утра. Подходите. Да, пожелайте. Всем привет. Привет, Полтава. Всем. Вы когда приехали? Иван, недавно. Как ощущения? Я люблю Полтаву. Значит так, ребята, приглашаем Викторию Родичеву. Вика, когда придете к нам на кофе? Ой, я кофе не пью. Я знаю, вы чай будете пить у нас. Когда? Ну, в ближайшие договоримся. Хорошо? Все, мы договариваемся. Вика, видите, на камеру вы сказали. Это все, сегодня все будут хорошо, видеть. Хорошо, я побежал. Все, удачи. Всем удачи. Привет, привет. По поводу Ольги Фреймут, Саш, все-таки у нас немножко сжатая, да, программа. Мне говорили, что она приехала в полицию, в новую полицию, и
искала там пыль. Я вот только что ехала в транспорте сюда. Говорю, наличие пыли мешает работать новой полиции. Я вам скажу честно, по поводу полиции. Она вручила какую-то диплом, что все хорошо. Значит, подчеркиваю. Полтавская полиция прошла экспертизу Ольги Фрейму. Если кого-то что-то не устраивает в работе полтавской полиции, вы обращайтесь к Ольге, а не к полиции и не куда-то еще. Они что прошли ее экспертизу, она что знала, что в чем экспертизу проводила. Правильно я говорю? Ну, логично. Вот. У тебя, значит, так, да, выходные прошли? Нет, еще я не докончил. На Театральной площади часть людей, которые пришли смотреть Ольгу Фреймут, стояли и топтались по клумбе. Вот это меня больше всего поразило. И Ольга Фреймут этого не видела и не хотела видеть. Ей это было неинтересно. Меня это поразило, убило. То есть люди пришли услышать, какой у нас плохой мэр, но сами совершают поступки не очень хорошие. К сожалению, мы замечаем соринку в чужом глазу, не видим в своем бревна. Да. Это всегда было, не зря есть такая поговорка. Вот. А я побывала на закрытии мотосезона в субботе. Да. Сделаю репортаж. Репортажик выставлю, видео, фото. Будет очень было интересно. Ребята хорошо, они развиваются. Было очень много владельцев мотоциклов. А где это было? Хорошие концерты. Арт-платформа 11, которая возле ТРЦ Киев. Ну, мы собирали здесь кольцо по городу, поехали туда с концертом. Ты с ними ездила? Конечно, да. Сзади вот там, да? Да, ну я же снимала, мне как-то по-другому никак. Вот. А вчера я поехала за грибами. Поехали мы с Диевка, сдается. И до Светы невозможно было дозвониться. Я звонил, не мог дозвониться. У меня телефон поздно вечером. Я долго фотографию пробовала сбросить, интернет ловила. В итоге поехали мы за грибами. Грибов нету. Можете не идти, пока дожди не пройдут. Судивки. Да их вообще сказали нету, потому что мы ехали электричкой, очень много людей, с которыми успели пообщаться. Но замесь грибов мы нашли голубые озера. И я вчера купалась. У меня и дети купались, и собака купалась, и все купались. Вчера было солнечно, жарко, классно. А кто, что за озера? Где? Голубые озера, Судиевка, там есть несколько озер с голубой глиной. Они безумно-безумно красивые, чистые. Я фотографии покажу тоже сегодня. Выставлю там. Так что вот я осипа, перекупалась чуть-чуть. Ты думаешь, не простудилась? Нет? Не-не-не, я осипла, потому что у меня дети с другой стороны озера оббегали, я там меньше скатывайтесь с песка. Ну, накричалась. Вот, да. Так что вообще здорово, но грибов. Хотя нет, по дороге назад мы нашли с десяток, наверное, грибов. Я не знаю, как они правильно называются, но мочалка снизу. Дождевики? Не дождевики, я думаю, там либо грузди, либо же, ну, а может, не грузди, но вот мочалка, ну, как масленок, в принципе, снизу. Но так как мы пока доехали, я про них немножко забыла, и вчера вечером, мы вечером домой-то попали поздно, пока с электрички, пока так добрались, а они червивые были, я на это не обратила внимания, так что грибов все равно нет. Ну, такие у нас выходные прошли. Сегодня температура до 21 градуса. Бабье лето. Наслаждаемся последними днями теплыми. Доброе утро. Последними теплыми днями всей осени. Еще на завтра. Обещают 19 с утра. Вроде бы как легкий дождь, но это с утра сегодня обещали на завтра. Ну, не факт, что это будет. Все равно еще тепло немножко продержится. Отопительный сезон обещали с 1 числа. Угрожали, но так погоди, и переугрожали. Там должно быть 3 дня температура определенная, потом запускается отопительный сезон. Ну, я думаю, раньше 15-го все равно не будет. Готовимся платить по новым ценам. О, да. Света в частном секторе будет это чувствовать у нас в самую первую очередь. Я с той зимой неплохо так прочувствовала. Этой зимой не знаю, что надо квартиру снимать будет дешевле. Ну что, доброго утра, хорошей недели вам, позитивной. Всем пока-пока.